лучшая женская роль в балетном спектакле представлены. Екатерина Кандаурова за роль солистки в спектакле «Времена года», хореографии имени Жирова Мариинский театр. Злата Евинич за роль Ярославны в спектакле «Ярославна затмение», хореография Владимира Варнава, музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев, Мариинский театр. Анастасия Соболева за роль Золушки в спектакле «Золушка», хореография Ростислава Захарова, постановление Михаила Миссерера, балетмейстер-постановщик Михаил Миссерер, музыкальный руководитель Михаил Татарников, Михайловский театр. В номинации «Лучшая мужская роль в балетном спектакле» представлены Владимир Шкляров за роль Петрушки в спектакле «Петрушка», хореография Владимира Варнавы, дирижер Алексей Лехтенберг, Мариинский театр. Юрий Смекалов за роль Игоря в спектакле «Ярославна затмение», хореография Владимира Варнавы, музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев, Мариинский театр. Андрей Гудыма за роль Эспады в спектакле «Дон Кихот», хореография Юхана Хогарда, театр балета имени Леонида Тафсонова. Григорий Попов за роль Дива в спектакле «Ярославна затмение», хореография Владимира Варнава, музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев, Мариинский театр. В номинации «Лучший балетный спектакль» представлены «Времена года» Макса Рихтера, хореография Ильи Живого, Мариинский театр. «Ярославна затмение» Бориса Тищенко, хореография Владимира Варнавы, музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев, Мариинский театр. «Петрушка» Игоря Стравинского, хореография Владимира Варнавы, дирижер Алексей Репников, Мариинский театр. Начало в Мариинском театре и выросли в таких гигантов, и сейчас продолжают у нас пользоваться успехом, и молодые приходят и ставят. Вы сами сейчас увидите, кто что получит. Я хочу пожелать всем больших творческих побед, успехов и большой долгой творческой жизни. Номинация «Лучшая женская роль в балетном спектакле». Екатерина Кандаурова. Мужская роль в балетном спектакле. Андрей Гудыма. Номинация «Лучший балетный спектакль. Времена года». Thank you.
награды. Очень приятно. Спектакль «Времена года» — это работа не только моя, как хореографа, но и работа Кати Кандаловой, которая, разумеется, сегодня была высоко оценена, что очень приятно. Это работа всей команды. София Вартаняновна здесь сегодня. Это солисты Мариинского театра, артисты Мариинского театра. Мы это сделали, и это очень здорово. И спасибо экспертному совету, спасибо Золотому Софиту за это внимание. Очень приятно. Всего хорошего. Спасибо. Это большая честь для меня. Я хочу поблагодарить мой родной театр, театр Якобсона. Сказать спасибо Йохану Коборгу за его прекрасный спектакль. Поблагодарить художественного руководителя Андреана Фадеева. Я считаю, что это наша общая награда, потому что без них я тоже не знаю. Спасибо большое.